Когда дорога каждая секунда, в Центральной городской больнице появился новый прибор для определения состояния крови тяжелобольных. Речь идет о людях, которые поступают в медучреждения с болезнями сердца, сепсисом, воспалительными процессами. Аппарат помогает диагностировать заболевания в течение нескольких минут, причем результаты анализов имеют высокую точность. Подробности в сюжете. Берем кассету. Так, программируем аппарат, и он должен обязательно дать нам ответ. Он уже прогретый. Татьяна Ванчицкая работает в клинико-диагностическом центре уже больше 10 лет. За это время через ее руки прошли десятки, а может даже и сотни тысяч пробирок с кровью. И аппаратов для определения результатов анализов она повидала немало. От самых простых до современных, высокотехнологичных. Месяц назад в лаборатории появился уникальный экспресс-анализатор. Он проводит замеры за 17 минут. Это экспресс-анализатор, который помогает нам более быстро сделать какой-то тот или иной анализ, что очень помогает врачам поставить вовремя диагноз и начать лечение. Аппарат PAFAST приобрели за средства ОМС. Компактный, быстрый и неутомимый. Анализатор может работать круглые сутки. Но самое главное его качество – это способность выдавать точный результат анализов. Одновременно он может измерить до 6 параметров крови одного пациента. Прибор безошибочно определит сепсис, инфаркт миокарда, легочную эмболию и не только. Конечно, для больницы он был нужен, потому что в нашей больнице критические состояния у больных часто. И для диагностики данных состояний, конечно, он был необходим. Таких как ОКС, это инфаркт миокарда, сепсис, почечные повреждения. Сам процесс, конечно, облегчился. Во-первых, это прибор полностью автоматизирован. То есть от сотрудника требуется только поместить пробу непосредственно в прибор. А все остальное, соответственно, делает автомат, и тем самым снижается количество ошибок на этапе аналитическом, именно на этапе диагностики заболевания. Новый аппарат диагнозов еще не ставит. Сотрудники лаборатории только осваивают прибор, с нетерпением ждут докомплектации. А пока пользуются старыми, но проверенными способами. Вот, к примеру, тест на тропонин, диагностирующий инфаркт. В течение 20 минут реагент пропитывается кровью и появляется результат. К сожалению, нам он показывает две полоски. А это значит, что пациент в критическом состоянии. Иван Фролов, Ольга Полякова, Антон Берестянский. Служба новостей «Импульс».